игра команды показала, что мы можем играть на равных практически, вот, скажем, соперникам. Единственное, в некоторых матчах это было большое по количеству, вот, по времени, отрезки. А вот некоторые моменты, может, были более короткие. Вот, но в целом мы можем играть на равных при всех условиях. Игроки здоровые, вышли в наилучшем составе. Можем играть на равных практически с любой командой, командой второй лиги. Самое негативное, вот осадок остался, что мы упустили несколько результатов положительных для себя. Может быть, побед или ничейных результатов. И соперник нас переиграл только за счет вот той ситуации, в которой мы сейчас находимся. Это недостаток опыта, то, что нам забивали голы в единоборствах, в которых мы сейчас не можем пока вот полноценно конкурировали с соперником, вот как последний матч у нас был. Это просто нашего игрока оттолкнули сначала при пробитии штрафного удара, и потом, естественно, этот игрок остался один без опеки и переправил мяч в наши ворота. То есть где-то нашему игроку не хватило просто опыта, чтобы вот именно оказать ему в этот момент сопротивление необходимое и оказаться в момент контакта соперника с мячом именно непосредственно рядом с ним и помешать ему вот нанести это точное касание. И таких моментов у нас было вот очень много. Внимания, которое нам не хватало вот в этих эпизодах, внимания. То, что, может быть, проходило в первенстве города Москвы, где у соперника нет преимущества в силе, там, в опыте, в мощи. Соперник не мог забивать эти голы в таких же ситуациях. А здесь нас соперник наказывал. Даже не забивая какие-то эстетические голы, красивые, после каких-то комбинаций, в которых мы могли сказать ребятам, вот учитесь вот для этого и играете здесь. Учитесь. Львиную долю голов мы пропускали именно после единоборства вверху, где ребятам пока не хватает мощи, внимания, какой-то собранности, те качества, которые необходимы на данном этапе. Сами ребята говорят о том, что да, действительно, мужской футбол, он этим и отличается. Больше верховой борьбы, силовой борьбы, а то, чего нет по юношам. А вот вы как тренер, ваша роль именно как вот учителя, да, человек, который руководит процессом тренировочным именно, ваша роль, она как-то поменялась? Вы теперь обращаете внимание гораздо больше на все эти ситуации? Или же, ну, все-таки команда по-прежнему молодая, и вы работаете примерно в том же стиле, что работали в школе с командой 96-го года? То есть вот именно ваши перемены какие-то? Нет, перемены, конечно, есть. Не то чтобы совсем мы работаем по-иному, просто здесь есть важный момент, на который, я опять повторюсь, если в юношеском футболе это как-то не могло сказаться на результате, то сейчас это сказывается на результате. И я хочу сказать здесь о следующем, что мы хотим вот сейчас от своих ребят, чтобы они не только показывали свое умение, подготовку в игровых эпизодах, когда команда владеет мячом, но чтобы после потери мяча игроки также ответственно подходили и к выполнению тех задач, которые стоят именно вот в данном игровом эпизоде. Это перейти уже к борьбе за мяч, за владение мячом, вернуться, так сказать, на свои исходные позиции не только защитникам, но и игрокам линии полузащиты и атаки. То есть теперь игроки должны понять, что нет каких-то важных эпизодов игры и каких-то менее важных, что игра состоит из как игры с мячом, так и игры без мяча, когда мячом владеет соперник. Вот в этих моментах важно отработать все так же добросовестно, дисциплинированно, помешать сопернику провести атаку без сопротивления с нашей стороны, помешать ему, может быть, сделать последний острый пас, от кого это зависит, от того, кто находится рядом с этим игроком, именно помешать ему, помешать сделать подачу, которая стала голевой, чисто отобрать мяч в обороне, без нарушения правил, после штрафного, если он будет, который также может закончиться игривым моментом и взятием наших ворот. То сейчас мы говорим о том, что игроки должны уметь и атаковать, и также успешно обороняться. Но вот вторая часть нам как бы давалась с большим трудом, так скажем, и что стало следствием того, что мы пропускали голы,
Но над этим мы будем работать, как я это уже отмечал, что мы видим наши слабые места, мы знаем, над чем работать. И, соответственно, при улучшении качества игры в тех или иных игровых действиях, значит, и результаты, соответственно, должны измениться в лучшую сторону. А вот вы говорили сейчас о том, что не всегда удается ставить сильнейший состав. Я могу ошибиться, но, по-моему, в этом сезоне ни разу состав не повторился у нас, стартовый. Это связано с чем? С тем, что очень много травм? Или с тем, что вы в поиске до сих пор вот этого оптимального сильнейшего состава? Ну, здесь можно говорить как и о первом случае, так и о втором. Потому что, ребята, были травмы в игре, потому что сейчас мы играли уже, естественно, вышли на совершенно другой уровень. У нас игрок получил травму, по-моему, в Брянске как раз игру мы играли, Захаров. То есть получил тяжелую травму в игровом эпизоде, действительно помешал сделать подачу сопернику и в момент, так сказать, приземления получил тяжелую травму и выбыл на весь сезон. Сейчас он прооперирован, восстанавливается, надеюсь, что в следующем, так сказать, уже году, в 2015 он будет играть. Травмы были, но, может, не такие сложные. Были повреждения, ребят, что, естественно, у нас бывали дни, когда после матча, например, у нас, например, по 3-4 человека, они не могли тренироваться, например, на первой тренировке. То есть те повреждения, которые они в игре, они были, они провели игру до конца. Кстати, мы, ребята, воспитываем бойцами на поле, должны быть где-то какие-то повреждения, если они могут продолжать игру, и они играют хорошо, так сказать, они сами, я могу продолжить игру, если они так считают, то мы как-то не меняем игроков. Вот. И, например, бывали дни, когда они не могли, например, на следующий, так сказать, на первой тренировке после матча и на второй, они еще продолжали восстанавливаться. Это тоже было. Ну и момент такой, что не всегда игрокам удается проводить матч от матча одинаково успешно. Есть все-таки перепады какие-то. Бывало, игрок может забить 2 гола в матче, а следующий матч, например, мы его не узнаем. Ну, естественно, после этого мы даем шанс другому футболисту уже выйти на поле. И вы правы, что как бы такого, чтобы мы играли в одном составе, такого у нас нет. Ну, может, такой цели у нас нет, но все-таки команда молодая, и поэтому мы пробуем разные варианты, даем возможность разным игрокам, которые себя проявляют. Уже в тренировочном процессе мы видим, что в хорошей форме. Почему не дать себя проявить и не понюхать пороху здесь? Поэтому это было, как бы, я думаю, что это нормально.